Главный храм Приморского края на центральной площади Владивостока в эту субботу открыл свои двери. Глава Приморской митрополии совершил малое освящение и первую литургию в кафедральном Спасо-Преображенском соборе. С этого дня здесь будут проходить богослужения, православные таинства и обряды. Наш телеканал транслировал события исторической значимости в прямом эфире. Увидеть малое освящение смогли все зрители ОТВ. Большое освящение Спасо-Преображенского собора запланировано на сентябрь этого года. Даруй им и мирских твоих благ обильное восприятие со всеми полезными им, яко благословися твоими и прославися твое царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Не побоюсь этого слова, сбылась мечта многих православных, жителей Владивостока, Приморья, о том, чтобы в нашем городе был достойный кафедральный собор. В наших городах много православных храмов, и они каждый несет свое служение. У кафедральных соборов здесь своя миссия. Эта миссия состоит в том, чтобы здесь, во-первых, постоянно совершал служение правящий архиерей, митрополит Владивостокский, Приморский, чтобы здесь был центр духовно-просветительской жизни, чтобы кафедральный собор всем своим даже архитектурным видом он указывал на то, что русская православная церковь пришла сюда, на юг Дальнего Востока, по соседству с нашими соседями из азиатских государств, с добрым словом проповеди о Господе Иисусе Христе.